пришли сюда на пресс-конференцию по итогам 7-го заседания. На тренировочных площадках наших команд, которые приезжать будут на матч или проживать в течение дня. Да. Боюсь, у нас... Исполняющий обязанности генерального секретаря ФИФА Марк 2018 и Колин Смит, директор департамента ФИФА по проведению соревнований. У вас приветственность. Коллеги, очень кратко. Я хотел от всей души...